Пошли на мини-вен до железнодорожной станции. Вот здесь вот электрические мотобайки дают в аренду. Здесь вот велосипедики тоже можно взять в аренду. Здесь туристическое агентство, но мы здесь не покупали, здесь дорого. Мы как-то по-другому справлялись. Здесь круассанчики с плюшечками продают. А вот здесь аренда всевозможного транспорта. Ну вот, где-то наш автобус должен стоять. Вот это вот остановка. Куда-то он нас повел. А что, тук-тук, что ли? Какой-то мини-вен. На микроавтобусе за 35 тысяч кипс человека, вот на этом, мы приехали к железнодорожному вокзалу. Билет папик покупал заранее. Ездил специально сюда, тоже так же, 35 кип туда, 35 кип обратно. И в кассе покупал билеты. Без наценки. Хотя, в принципе, мы были в железнодорожной кассе, та, которая в Луан-Прапанге, там с наценкой в 20 тысяч кип, вроде как, за наличные деньги можно купить билет. Что, в принципе, очень удобно. Ну, наверх мы поедем на лифте. Это кассы справа, где продают билеты. Обещали запустить приложение. Не знаю, мы еще им не пользовались. Так, вот это вокзал. Внизу маршрутки. Вот там внизу, на лифте, если спуститься, там маршрутки. Это тоже маршрутки, которые будут забирать людей, ну, приезжающих. Да. Может быть, можно и дешевле доехать до сюда. Но мы не узнали. Поэтому ничего сказать по этому поводу не можем. Да, вот это очередь на вход. Там будет досмотр. С-91. Это наш поезд. Ну, очередь такая немаленькая. Да. Вот здесь вот досмотр. Ну, людей сейчас уже немного. Вот здесь зал ожидания. Там есть туалеты. Что там еще есть? Воду можно горячую, холодную налить. Ну, а вот здесь уже поезд нас ждет. Сели на автобус. Номер 28. На нем есть 28 номер? Табличка висит. Да. Должен доехать до до утреннего рынка, Монинмаркет. Он находится недалеко от автостанции, чтобы нам сесть на автобус до границы Лаос-Таиланд. Ну, едем. Ехать будем, наверное, полчаса. Сколько стоит билет, пока неизвестно. Говорят, 15 тысяч кип. Так говорит интернет. А что на самом деле, пока непонятно. Билет, вот такой вот билетик, стоит 15 тысяч кип. Да? О, прям даже написано. С печатью. Да. Минивэн просил то 75 с человека, то 50 с человека. В общем, короче, там кто во что гораздо. А автобус, да, фиксированная цена. Только редко ходит. В 6 утра и в час дня.
Это из Вьетьяна. А отсюда не знаю, но вот мы возвращаемся на двухчасовом. Два часа. Езжаем к арке. Ну, а здесь мы уже гуляли. Да, Пеппи? Да. Тут уже до автовокзала осталось совсем немножко. Ну, может, километрик? Да, не больше. Полтора? Да. Сейчас приедем, через 5 минут точно. Ну, будем надеяться. Так, приехали на автобусе с железнодорожного вокзала. Успели купить билеты на 15.30 за 33 кипа. Касса находится вот здесь вот, за углом. Если вот, вот это вот автовокзал, сейчас выйду, на который нас привезли. Вот там автовокзал, вот это Morning Market. То вот здесь вот касса. Ну, мы первый раз спрашивали, нам с удовольствием рассказали, где она находится. Билеты через мост дружбы в Таиланд. Зашли попить кофе. Горячего кофе нет, пьем холодное. Какой-то робуста и не с кафе. По 10 тысяч кип. Да, по 10 тысяч кип. До отправления автобуса 20 минут. Да, пьем кофе. Холодный, горячего нету. Пьем. Поехали через мост дружбы между Лаосом и Таиландом. Ну, на границе просили 10 тысяч кип или 20 бат. Папик дал. Я сказала, что у меня нет денег. И меня пропустили. Пока, да. Это мы выехали с Лаоса. Ребята сказали, что у них тоже только доллары. С них тоже не взяли. Так что можно не давать. Я думаю, что это просто поборы какие-то себе в карман. Да. У местных не брали, только у бледнолицых. То есть у нас. Мы Нет, тут еще... А, вот молодой человек тоже дал. Ну, в общем, короче, бледнолицы... С бледнолицых просят денежку. Ага. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что будет на тайской стороне. Успешно прошли тайскую границу. Денег не попросили никаких. Поставили штампик на 45 суток. Сегодня 17 марта 2023 года. Все хорошо. Едем в Нонгхай. Приехали на автостанцию. Вот пойдем вот туда в кассы, купим билет, потому что билета у нас нет. На 407-х автобусов стоит много. Вон аж тут 5 штук вижу в поле зрения. Вот кассы. На ней написано 407. Это наш автобус, который нас довезет до Паттайи. Так, вот покупаем билеты. Купили билеты только на завтра, на 15.30. 580 бат до Паттайи. На сегодня билетов нет. Вот так вот. Да. Оля сказала, зато Нонгхай посмотрим.